Итак, новый смартфон компании Prestigio. Мультифон PEP4055 Duo. Здесь 4-дюймовый экран. Двухъядерный процессор Cortex-A9 1.2 ГГц. Оперативная память 512 плюс 4 ГБ встроенной памяти. Фронтальная 0.3, задняя 8. Зато очень мощный аккумулятор, 2500 мА. Смартфон упакован в кожаный футляр. Помимо него в комплекте, ну, естественно, батарея, мы уже ее вставили. USB кабель, microUSB, наушники. Кстати, такие довольно оригинальные наушнички. Зарядка. Кстати, насколько здесь зарядка, если мощный аккумулятор, то и зарядка должна быть мощная. Зарядка на 700 мАч. В общем, зарядка слабенькая. Как-то его сложно доставать из этого чехла, прямо скажем. Так, вот он. На смартфоне тоже здесь на наклейке указаны основные характеристики. Вид устройства. Здесь 4-дюймовый экран LCD дисплей. Внизу, ну как обычно, кнопки управления, 3 кнопки. Сверху сетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения, освещенности. Дальше сверху находится порт microUSB и аудиоразъем. Слева двухпозиционный регулятор громкости. Щель для открывания корпуса. Снизу ничего нет. В углу находится здесь щель. И справа кнопка питания, блокировки экрана. Задняя панель. Такой текстурированный пластик. Очень удобно будет, лежит в руке. Не остается никаких пятен, как видим. За счет такой текстурированности. Внизу динамик. Ближе к верху по центру логотип Prestigio, такой впаянный металлический. Сверху камера 8 мегапиксельная со светодиодной вспышкой. Так, теперь быстренько его откроем. Посмотрим расположение внутри элементов. Так, видим, что они все спрятаны под аккумулятором. Аккумулятор действительно 2500 мАч, то есть будет работать долго, учитывая, что это экран такой не энергозатратный, то есть это для именно смартфон, в первую очередь для звонков. Так, здесь видим разъем для сим-карты 3G, разъем для второй сим-карты и слот microSD. Сейчас попробуем их сюда все зарядить. Итак, вот так вот открывается слот microSD. Сюда карточка вставляется и закрывается. Так, точно так же, ну, видим тут на обычной сим-карты, не микросим. Действительно непонятно, зачем микросим, если позволяет размеру ставить обычные сим-карты. Дальше все это закрывается. Видим, что корпус легко закрывается и идеально просто. Это кнопку я задел. И так еще вот здесь также находится отверстие микрофона о телефоне. Общая информация, версия Android. На Android 4.1.1. Так, модель PEP4055 Duo. Главное, что здесь удобный ридер. Сразу же
удобно читать и комфортно читать книги. Ридер предустановленный, E-Reader Prestige. Также Office Suite. Ну, приспособлено на клавиатуре, понятное дело, у нас тут. Я думаю, что лучше вот так вот набирать текст. Так уже и лучше будет набор. Собственно, все понятно, файл. Файл. Так, сейчас закачаем быстренько тесты и проверим производительность. Ну, уверен, что производительность у него не самая выдающаяся. Ну, как и мы предполагали, средние характеристики, 6200 баллов и место после Galaxy Note. Ладно, прогоним. Prestige Multifone 4055 работает на Android 4.1.1 с его родным интерфейсом, поэтому все настройки от Google. Это касается и настроек камеры. Снимать фото и видео удобно, фото до 8 мегапикселей, а видео HD. Ну, собственно, так оно снимает видео. Сейчас посмотрим, как оно проигрывается. Данный смартфон Multifone PAP4055 Duo позиционируется как бюджетный смартфон на две сим-карты, достаточно привлекательным дизайном и хорошими характеристиками, в первую очередь для звонков, почты, веб-браузинга и обработки документов. Плюс самое главное достоинство данной модели является мощная батарея. При 4-дюймовом экране и небольшой загрузке по производительности будет спокойно работать 2 дня. Смартфон стоит от $150. Смотрите видеообзоры других моделей и подписывайтесь на мой канал.